Мешки, перчатки, погожая весенняя погода и хороший настрой. Так берутся активисты за уборку прибрежной зоны реки Сунжи. В теплый сезон это место превращается в зону отдыха. Вот только далеко не все спешат соблюдать простое правило – намусорил – убери. Здесь очень много остается после пикников, стеклотары, пакетов, всякие пластика и так далее, чтобы весной все просыпается, все зацветает, чтобы прибрежная полоса, прилегающая территория к Сунжи, была чистая. Мы основной акцент сделали именно на эту территорию. Субботник сотрудники Карабулакской администрации проводят по поручению правительства в рамках республиканского месячника. Он проходит в регионе уже не первый год. Местные муниципалитеты и ведомства каждые выходные будут приводить в порядок свои населенные пункты. Генеральная уборка в Карабулаке охватила сразу две территории. Фронт работ здесь поделили на два лагеря. Пока одни очищают прибрежную зону реки Сунжа от мусора, другие приводят в порядок прилегающую территорию парка Асканова. Собрать бутылки, бумажки и другой мусор, подмести – фронт работ для женской половины тоже не маленький. Впрочем, для Мадины Боковой такой труд в удовольствие. Каждый год выходим по несколько раз. У нас в прошлом году вообще у нас много субботников было. Выходим, субботник убираем. Это для нас, для всех, для города. Это чистоту, по-моему, все любят. Не то, что я. Сколько мусора мы собрали сегодня. Зато вид какой сразу изменился в парке. Рядом с парком вторая школа. Увидев работающих взрослых, в стороне не остались и школьники. Загрязнять землю нельзя. Она должна быть чистая. Когда грушаешь мусор, воздух еще бывает грязный, и человек может чуть отравиться. Дети это все видят, мы взрослые. Мы убираем, они подходят, спрашивают, и некоторые помогают. Естественно, нужна работа, мероприятий, которые бы привлекали детей, привлекали граждан наших к чистоте. Естественно, эта работа муниципальными образованиями на местах делается, но и все-таки она, как вы видите, мала, ее мало. Чем больше мы ее будем делать, тем больше пользы. В течение всех следующих выходных дней у местных властей запланирована уборка почти всех районов Карабулака. Подключить к субботнику намерены местных жителей и школьников. Будем по всему городу, и это и улица Асканова, и остальные улицы, которые центральные улицы, въездная дорога в город Карабулак со стороны федеральной трассы Яндери и на выезде в сторону Плиева. В план мероприятий у нас запланирован в ближайшее время убрать полностью город. Такие субботники давно стали доброй традицией, ведь их главная цель – превратить рутинную работу по уборке своего рода в городской праздник, который постепенно затягивает тех, кому не безразлично состояние окружающей среды, своего города и региона. Дана Плиева, Тамерлан Ужахов, Новости 24.